Стоим за решеткой в темнице, сырой, скорбленные в неволе орлицы молодые. Мама! Откройте! И тихают. Так, это кто-то там на верхушке? Это гости. Ленуся со своей сестрой приехали на Вару. Все, спускайтесь, спускайтесь. Ой, у нас солнце вышло, я очки с собой не взяла. Представляете? Приветик, мои хорошие. Всем огромный пламя итальянский час. Чао. Чуть попозже поздравили вас всех. Так, вот они, красотки. А чего вы забрались на мост? Видеть тебя лучше. Привет. Ну, привет. Привет. С Новым привет. Годом. Как тебя зовут? Вероника. Вероника. Да. Не забыв... Так, тебе подарочек. Спасибо. Что мне тоже? Да. Блин, я тебе специально помол. А, вино что ли? Нет, конфетки. Я думала ликер. Ликер уже дома. Так, гляньте, что Ленуся. Это тебе прислали или это ты? Это Вероника привезла, да. Это сестра Вероникина привезла. Галюся, на меня что ли? Ну да, я же попросила. Да? Это, короче, молдавская известная шоколадная фирма Букури. Но она не только шоколадная, там она конфетная. Да, в основном конфеты, да. Букури, я уже что ли видела. Ламусань, с Новым годом. С Новым годом написано по-молдавски. Это книга такая. Да, нифига себе. Уже дома попробуешь. Ну спасибо, попробуем. С Новым годом. Спасибо. Моя Галюся, мы встретились. Так, Ленуся с Виджена приехала в Навару наконец-то. Да. Дождались. Погуляем. Мы обменялись подарочками. Я Галюсе конфетки, а Галюся такой маленький подарочек. Ну, Леночка дома посмотрит. Ага. Так что пускай это будет интрига. Это у Ленусика новая камера, я смотрю для своих показов. Ну, еще да. У меня когда разбогатею, может быть, когда они дешевле будут стоить, я себе такую возьму. Как раз на время, когда разбогатею, они будут дешевле. Это уже не будет в моде. Так что у нас сегодня прогулка. Галюсь, наш гид. Гид? А? Гид. Гид, да, гид. Гид. Ну, все. Снимаю Ленусика, гостей наших наварских на фоне нашего купола Динавара. Вот. А вот там вот, видишь, внизу, смотрите, вот там же Д-вокзал, и вот там, где красный автобус, там где-то статуи должны стоять. Там тоже бывает автобусы останавливаются, но мне муж объяснил, это другие автобусы. Это железнодорожные автобусы, а у вас какой-то другой. Это сколько я здесь была, да, никогда, даже никогда не обращала внимания, что здесь вода есть, блин, фонтанчик. Я у Ленуси, у Вероники гид, показываю наши достопримечательности. Красиво, красиво вас навалит. Так, я привела девчонок на каток, прокатать их хорошенько. Умеете кататься, да? Нет. Ну, я тоже почти нет. Ну, сейчас покатаемся. Надели свои подковы. Все трое есть три, такие мы сразу высокие стали. Давай. Ой, одна молодежь, ну и дети. Сейчас мы три взрослые тетки будем тоже балдеть. Так, все, мы с туристками на коньках. Не падать. Сейчас я их сфоткаю, подождите. Селфи будет. Селфи. Так, ну что вы, дорогие, сейчас я вас пока Лену. Лена меняет свою обувь на больший размер. Поздравить нормально вас с Новым годом, бо я вчера не в состоянии была. 1 января, как говорится. Я точно вины не делала, никак не поздравила. Только все, всех поздравляю с Новым годом, с новым счастьем, мира вам, добра, здоровья и всего самого хорошего. Сейчас Лена поменяет на более большой размер. Она уже перебивается. И поедем дальше кататься. Мы уже где-то минут 15, да, катались? Вероника, она первый раз на коньках, но молодец. Хорошо ты стоишь. Даже без бортика с нами за руки каталась. Отличная погода, теплая погода, солнце даже выходит, жалко, очки не взяла с собой. Мы с Вероникой сегодня снегурочки все в белых сапогах, мы, правда, сейчас сапоги сняли свои. Вот Лена идет. В основном тут молодежь и дети, детей много, видишь, в это время. И мы взрослые тетки. Давай, Ленуся. Трансферт уже большой. Ну что, поехали? Поехали, как сказал Гагарин, давай посередине. Да не ты посередине, Вероника посередине. Она же не умеет.
тройка. Юху! Как Лена всегда. Юху! На всех видео. Юху! Радости полные штаны. Все дети молчат. А Вероника только норовит назад упасть. Я говорю, вперед, давай вперед. Она назад. Все, молдаваночки были на итальянском льду, блин, фигуристки. Вот сколько раз я хвасталась, что я ни разу не падала на этом льду, и сегодня я все-таки упала. Представляете, раком встала на карачки на руку. Жалко, в это время меня никто не снимал. Я не знаю, или к счастью, или горе. Девчонки мои едут сзади. Последние круги делаем. Круто! Спасибо, Галюси, за экскурсию! Так, ну вот и покатались. Ой, какие тут вкусняшки у нас продаются. Не смотрим туда. А, не смотрим туда. Все, мы оставили дома котов позади. Классно было. Накатались с девчонками. Да, ноги болят. Сейчас я им покажу еще другие достопримечательности. А действительно ноги болят. Я японка. На девчонок зырились там марокинцы молодые, я видела. Сейчас даже когда вышли, проходили, ты с камеры шла, они еще шею позворачивали. А я думаю, о, что за камера? Что за камера? Что за девушка с камерой? Да. Сейчас Леня, девчонка показывает, короче, наш этот костел, он тоже сфорцеска. Ну я же тебе говорю, вот эти сфорцески, они по всей Италии же расплодились, везде свои костелы понастроили. Это вот бывший ров с водой. Тут вода раньше была. Чтобы враги не подступали к замку. И вот эта елка наша несчастная, главное. Вот это наша центральная площадная. Здесь автостоянку устроили. Вот там этот памятник Гарибальди. Это мы обошли наш оперный театр. Господи, оперный. Меня одна поправила. Фу, как вульгарно говоришь, да? Оперный. Вообще шуток не понимают. Ёкаламане. Значит, думают, если я говорю оперный, значит, я вульгарно, что ли? Господи. Так, вот наша елочка. Все у нас закрыто. Бутылки из-под пива. Всегда закрыто. Раньше тут реклама ли? А ты была вот раз внутри? Как там внутри? Ни разу внутри не было, потому что сколько я здесь живу, постоянно закрыто. Может, там внутри? Раньше было закрыто здесь все, потому что была реклама. Сейчас хоть открыли. Какашки тут собачьим. Сейчас мы тут сфоткаемся у елочки обязательно. Да. Вот я снимала в прошлом году, не было еще Иисуса, а уже на Рождество его положили. Такой маленький. Иисус, куколка такая. Корова и осел. Корова смотрит, кто недовольна. Да у них у обоих одинаковые глаза. Они какие-то сиамские близнецы. Разнояйцевые. Классно сделали. Вообще нельзя, конечно, шутить над таким святым местом. Ну, извините нас. Сено, кирпичи битые. Это же землетрясение, когда было в Италии в этом месяце. Смотри-ка. И папа туда поехал. Сняли там. Сейчас мы с девчонками зайдем снова в нашу церковь. Они посмотрят немножко. Где-то песню поют. Так, это мы зашли в нашу главную кьезу нашего города. Там Иисус. Все-таки недавно было в Италии Рождество. Кстати, скоро наше Рождество.
Так, мы с девчонками зашли в бар. Ждем отпраздновать Новый год втроем. Покажи, как горит ты. Да, вот у нас печка, смотрите, какая прикольная печка, так тепло. Мы, кстати, на улице сидим, вот у нас даже, ну да, пленка, но все равно есть открытые, видишь, что-то самое открыто, как улица, в общем, может быть, мы на улице, тепло. А вот эта печка-то классно греет, вот эти лампы, класс, пригревает. Старушечки сели. Так, мы с человеком чокнулись за Новый год. Нам принесли коктейль такой экзотический, так, непонятный. На пляже. И даже закуска бесплатная. Вот орешки, чипсы и всякие вот эти вот, как сушки. Они называются? Сушки, не сушки. Да, такие солененькие. Печеньки. Такие печеньки, солененькие. Разные. Ну все, с Новым годом всем. Так, мы все уже в кондиции. Пока мы тут сидели, все опустошили, у нас уже и звезды включили. Звезды горят и глаза горят. Мы сейчас думаем, или в Кезу, или в другой бар. В Кезу! Думаем, что бар, бить или не бить. Бар. Бить или не бить. Не-не-не, мы не пьяницы, мы просто отмечаем. Мы просто отмечаем редко, но метко. Метко. Сейчас я себя тоже запечатлю. Все, я уже в камере путаюсь. Глаза горят и сердце плачет. И у меня глаза горят. Вот это хорошо. Кстати, бармену понравилась Вероника. У нее больше алкоголя, больше водки налил, потому что она больше всех молчала. Не была привередливая, как мы с Ленусей насчет коктейля. И он ей больше водки подлил, пипец, блин. Поэтому Вероника с нами поделилась своим коктейлем. Так, мы идем еще искать приключения на свою голову, потому что у нас еще время есть, да, автобус. Смотри, как там красиво. Звезды горят. Так, мы сейчас проходим зону всяких банков. Смотрите, как красиво украсили наш главный банк, народный банк. Сколько тут огней. Жалко, еще не сильно темно, не сильно видно. И это тоже банка Popular и Виновар. У нас тоже есть видео банка Popular и Виновар. Угу. Хотела сказать, среди бела дня, не среди вечера, боже, вот делают блинчики прямо на улице. Холод, а здесь так тепло, классно, с нутеллой. Днем не было, отдыхал. А, девчонки побежали огни снимать. Сейчас повечерело у нас, столько звезд, все горит, елочка горит там. Ой, красота, и Ленуся снимает. Довольные после коктейля, ну все довольны, в принципе. Ну, молодцы, девчонки, собрались, отметили Новый год. Ну все, побежала. Так, под машину полиции мы не будем бросаться. Лена снимает, а я ее снимаю. Давай, приезжай. ЖД-вокзал в той стороне. А нам справа, туда, направо идти, на автовокзал. Пошли туда, короче. Этот памятник, Кабур. И Леночка. Ленусик. Елочка за звездой. Люди что-то ходят, сидят. На карусели никого нет. Догоняйте. Давай, давай. Молодец. Лен. Красота. Так, мы пришли на автовокзал. Вы представляете, я здесь за 7 лет в Италии первый раз на этом вокзале. Офигеть! Вот так, держи Вивек, учись. Сейчас мы с девчонком узнаем, во сколько отъезжает их автобус. Наверное, в кассе идем узнаем. Пошли. Так, девчонки убежали в туалет. У нас есть полчаса до их автобуса. И мы решили съесть по пьедине кебаб. Зашли в такой вот барчик турецкий. Сейчас они выйдут, я тоже руки помою, нам принесут. Сейчас я с Ленусей и с Викой с Никой попрощаемся. Вот, подожди, рот все, потерял, спасибо, что приехали в Навару. Так, ну все, мы вышли. Дубль два. Но я потом скажу. Так, мы прощаемся с девчонками. Спасибо, что приехали, покатались, погуляли. Мы как по коктейлю отпраздновали Новый год. Пьедину кебаб скушали. Все, приезжайте еще. Обязательно. Спасибо, Галюся, за экскурсию. Приезжайте на бару. Все.
Все. Далю, спасибо за экскурсию. Все, а я прощаюсь с вами. До новых встреч, мои дорогие. Всем огромное пламя итальянский. Чао. Пока-пока.